Всех приветствую, друзья. Принесли на починку очередной нож с отломанным кончиком на пару сантимов. Вот я его переточил. И больше видео снимаю для заказчика. Потому что для многих подобные надписи на клинках ножей мало о чем говорят. Имеет место больше вот такой красивый рисунок и ожидание за небольшую цену получения ножа с клинком из нержавеющего дамаска. То есть после переточки имеем то, что имеем.